Здравствуйте, Джаночки. Мое тесто уже подошло, три раза поднялось. Опустилось. И опустилось, и снова поднялось. Теперь мы должны его поработать с ней. Жена не доверяет. Видишь, как профессионал делает. Я так не могу. Ты уже можешь. Мне не получается. Я прямо тебе так кажется. Все, теперь смотри. Видишь? Вот я сейчас думаю, сколько мне муки насыпать. Так. Хорошо, когда знаешь. Переворачиваешь его просто. Не надо вообще с ним церемониться. С кем? С тестом. Почему? Ну потому что. Все. Еще чуть-чуть. Ох, смотри какая. И теперь вот так раскрываешь. Все. Теперь. Люблю наблюдать со стороны. Вот видишь, как профессиональный. Профессиональный. Так, теперь нужно смотреть, чтобы они были по 100 грамм? Не, 100 грамм это мало. Мало? Мало. Хотя бы 150. Да? Да. Посмотри, получится у тебя. И с ней долго мучиться. Все у нас получится. Что-нибудь получится. Еще, тебе нужно создать напряжение там. Я не могу создавать напряжение. Вот так возьми, крути. Потому что я сам напряжение. А ты зачем? Напряжение к напряжению не идет. Тебе надо успокоиться. Давай, сейчас ты делай, а? Ладно, так и быть, я это буду делать. У меня не получается. Мука, это, значит, любит. Это так, тебе так кажется. Я могу тесто сделать, но вот эти... Раскатать еще сумею. Ну вот тогда он будет раскатывать. Раскатать? Ты будешь раскатывать. Скалкой что сделал, так положил. Да. Бринг-бринг. Да. Все готов. Так, на этом мы и остановимся. Он будет раскатывать скалкой. Смотри. А как надо, без скалки? Ну да, руками чак-чак-чак-чак-чак. Это для меня. Как немцы говорят, фильцу штрессе. Так, здесь у меня это уже все мытое. В принципе, вот эти салаты, они уже. Не впервольга ваша написано. Это у нас такая. Реклама есть, да? Перволь в Германии это очень хороший стиральный порошок. Ее везде рекламируют. Да. Просто хочу сказать, вот эта зелень, здесь три разных вида ботвы. Ну, не совсем ботвы. Здесь ботва от свеклы, рукула и шпинат молодой. Продается вот такая упаковка 125 грамм в магазине Lidl. Она есть только в магазине Lidl. И, может быть, иногда бывает и в Эдеке. Больше нигде в дешевых дискаунтах ее нету. И она прекрасно себя чувствует вот в таких пирогах. Не надо ее ни обжаривать, ни бланшировать, ни тушить, ничего. Прямо свежий. Нарезайте немножечко, не очень крупно, не очень мелко. И начиняйте все. Все, я пойду это тоже помою. Это у нас уже мытое. Мой су-шеф сейчас начнет нарезать. Это мой су-шеф, я забыла сказать. Я шеф-повар, а это мой су-шеф. Это помощник. Нет, ты не помощник. Я это. Я капитан корабля, а ты мой боцман. Не капитан, я вот здесь за штурвалом стою, я никто.
Ладно. Штурмальчик. Все, давай, стой за штурвалом, я пойду помою, принесу. А что, уже идет камера, да? Да, камера уже давно идет. Ты начинай резать лук, потом это порежешь и все сюда складываешь. Все в одну. Да, все в один тазик. Все. Так, поехали. А можно сюда сразу положить? Да, ко мне на столик? Тебе на столик положу. Иси, пожалуйста. Изабель, тихо. У нас есть еще третий помощник. Это Юнга. Это Юнга на нашем корабле, точно. Я забыла, что это Юнга называется. Сейчас солим, пепсим. Я вот так растираю сырок. Это брынза. Брынза. Хорошо. Маркетох. Молодец. Ну, это германская. Германская. Из коровьего молока. Германская. Продается в магазине Lidl, я уже говорила. И Валди тоже. И Валди во всех магазинах продается. Да. Везде. Я набираю, так как я. Добавляем сыр. Это обыкновенный, это как сулугуни. Это кашкавал. Сыр кашкавал. Перчик тоже ты сделаешь. Потом так аккуратно все перемотаешь. Перемотаю обязательно. Перемотаю, потом по новой прокручу. Да, точно. И по новой поставлю. Точно. Первым делом посыпаем муку. Начинаем. Посмотрим, как получится у меня. Помогай! Не слушайте меня, тесто. Присыпь ее. Присыпь. Сверху тоже? Да-да. Присыпьте. Я не знаю, как это что вообще. Ты сейчас только муки сделаешь, что она потом у тебя вообще не будет липнуть. Да ты шо? Угу. Да ладно. Да. Конечно. Я тогда, значит... Раскатываем. Да? Да. Такой длинный? Да. О-хо! Какой был. Сладким чаем. Да. Сейчас, о, точно. Сейчас, я сейчас пойду чай заварю. Чай заварю сейчас, да. Точно. Возьмите. Боцман. Потом мы сядем с тобой сейчас. Позовем Михалыча. Угу. Будем пить чай. Будем пить чай. С Жигеля в Хатсу. Точно. Можно и с Таном. Тан тоже сделать. Ну, мы лучше мацони. Мацони. Окрошку. Вот это окрошка. Нет, тан. Айран. Айран, да. Айран понимает, тан не понимает. Айран, да. Ох, айран. Сейчас. Давно айран не пил. Схаваем. Казахстанский. Ну, это же не кумыс. Кумыс тоже хорошее дело.
Святая прелесть. Какую красоту мы сделали сегодня на пару с моей любимой женой. Обожаю ее. Молодец, она тестом работает. Я не могу так, я. Как она работает с тестом. Мы все, у нас все получилось, все, такую красоту, мы сейчас пойдем с чаем, чай налили, все приготовили. Я хочу с вами попрощаться, я желаю вам всего хорошего, здоровья, счастья, спасибо, всем пока, все, до завтра. До завтра. Мы пошли пить чай. Чай, чаек уже. Мы пошли пить. Чай, чай. Может, я перепутал, я туда тоже перепутал. Нет, не садил. Шикарно, да? Супер! Классно!